В актовом зале Ахтубинской районной больницы царила праздничная атмосфера. Администрация и профсоюзный комитет больницы хотели подарить своему коллективу праздник, и у них это получилось. Зал дружно приветствовал не только артистов, но и гостей праздника. Поздравить медиков пришли депутат Государственной Думы Российской Федерации Олег Шейн, глава города Сергей Заблоцкий, заместитель главы муниципального образования Ахтубинский район Заур Гаджиев, председатель районного совета депутатов Вячеслав Архипов и заместитель председателя Совета депутатов муниципального образования город Ахтубинск Виктория Петрова. Все говорили, что врач – это самая благородная профессия на свете, и с этим никто не спорил. Главный врач Ахтубинской районной больницы Масхат Таласбаев отметил, что лучших сотрудников лечебного учреждения теперь решено поощрять не только к Дню медицинского работника, но и к Новому году. Он вручил благодарственные письма за профессиональную работу своим коллегам, а также передал главе города Сергею Заблоцкому и главе района Алексею Кириллову благодарственные письма от министра здравоохранения Федора Орлова за плодотворное взаимодействие по оказанию медицинской помощи населению. В канун новогодних праздников теплые слова звучали в адрес спонсоров и партнеров, среди которых были строители, представители бизнеса и других структур. В этом году страховая компания «Сагаз.Мед» в очередной раз провела конкурс «Народный врач», основная цель которого – дать возможность пациентам выразить свою благодарность врачам за качественно оказанную медицинскую помощь и выбрать лучшего медицинского работника народным голосованием. Лидирующие позиции среди всех врачей Ахтубинского района у трех специалистов. Третье место у заведующей поликлиникой Светланы Степиной. Второе место в конкурсе «Народный врач 2019» занял заведующий детской поликлиникой Сергей Солохин. И первое место у врача-невролога Валентины Бахмут. Я работаю в здравоохранении уже около 15 лет. И когда я начал, денег никогда не было. Да? И денег их продолжает не быть, но мы работаем. Самое главное в нашей профессии – это гуманность. Спасибо, что вы с нами. Елена Петченко, Виталий Просочкин, Евгений Костюков, Ахтубинск ТВ.